Всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству профессионала стартовал в Нижнем Новгороде. В нем участвуют 230 человек из 50 регионов страны. Основная цель – развитие бережливого производства. Лучшие студенты из своих регионов в части знаний бережливого производства приехали к нам в Нижний Новгород для того, чтобы узнать, а кто же лучший в Российской Федерации. Радует экспертное сообщество, то есть качество экспертов, которые к нам приехали, а это также вот эти 19 регионов, оно очень высоко. Люди учатся, люди развивают свои знания в части бережливых технологий, поэтому задание с каждым годом усложняется, оценка с каждым годом усложняется, и, соответственно, и качество преподавания бережливого производства в техникумах и колледжах Российской Федерации, оно выходит на более высокий уровень. Нам есть что продемонстрировать, с одной стороны, с другой стороны, предложить в качестве работодателя. То есть регион с такой мощной промышленной базой. Потребность в кадрах очень большая во всех отраслях, прежде всего производственной сферы, рабочих специальностей. Но кадры нужны не просто, а те, которые обладают навыками бережливого управления, бережливого производства. Они будут самыми востребованными специалистами в нынешних условиях. И на сегодня бережливые технологии распространяются не только в производственной сфере, но и абсолютно во всех, и в банковской, и в IT, и в государственном и муниципальном управлении. И президентом России поставлена задача создания отраслевых центров по внедрению бережливых компетенций во всех отраслях социальной сферы и экономики.